For the darkness has passed and the legend yet grows. You'll know the dragonborn's come. Ah, так, отлично. Значит, где-то примерно вот в этом месте находится некий источник силы, который якобы крутой, и почему-то, учитывая, что я Довокин, он должен быть мне как-то полезен. Хорошо. Ноль проблем. Сейчас только главное, чтобы там не оказалось чего-то пострашнее просто источника силы. Чтобы я не пришел, а там... Ой, здравствуйте, мы вас убьем. Или... Ой, здравствуйте, вы... Хотя, типа... Мне сказали, ты Довокин, ты можешь идти туда, как хочешь, получить там некий... Супер... Я не знаю, я думаю, там крик. Я реально, я просто думаю, что там находится какой-то крик, который когда-то нашли жители местные. Там в Роре, кстати, мне вроде об этом рассказали. Там просто какой-то источник силы в виде крика, да и все. Я не думаю, что там что-то прям вау крутое. Однако, почему бы не... Это что такое? Это великаны. Тут ребятки мамонта завалили. А вы кто вообще? Вы случайно не... А! То есть вот так вот, да? Ни шагу больше. Ребятки, ни шагу больше? Вы не мне говорить будете, браконьеры. Ненавижу. Кто тебе сказал, что я заблудился, друг? Не-не-не-не-не-не. Хороший стрелок. Ну, такой более-менее, на самом деле. Вон, видели, как я стреляю? Вот из трех ни одного попадания. Присел за камешек отдыхать? Что? Тетива, ну ты... Да, лук Аурелия подводит, конечно. Начинает уже вот... Что-то вот не то делать. Что вот это вот? Что, почему вы, ну, типа... Браконьер, да, вот. Ну и что вот? Завалили мамонта? А великанов-то не было, им просто повезло на самом деле. Окей. Понял вас, ребятки. Неадекват из вас прет просто. Пришли зачем-то на... Ну, я так понимаю, что когда-то это точно было место обитания великанов, потому что в центре там что-то типа потухшего костра, ну, вокруг которого великаны обычно там тусуются. Они возводят огромный костер, там рядом развод мамонтов и так далее. А эти твари пришли, убили мамонта, великанов, видимо, нет. Видимо, великаны ушли, не знаю, хотя великаны редко, на самом деле, покидают место своего обитания. Так, ну и вот что-то... А, опять руины, что ли? Да вы запарили, на самом деле, меня. Со своими руинами. Нордскими особенно. Воундрут. Ну да, это здесь. Вот честно. Я, конечно, понимаю, что здесь весело и интересно для кого-то, правда. Кто сюда ходил вообще? Ну, погнали. Правда, не удивлюсь, если понадобится какой-нибудь коготь там внутри, потому что в таких местах по-другому просто не бывает. Ну, давай. Почему бы и нет? Я как бы не против, но... А, ну, естественно. Куда же без трупов? Хедик Волун... Воунар. Записки Хедика Волундруде. Мне сперва не верилось, но теперь это очевидно. В древних гимнах скрывалась истина. Как там и говорили, говорилось, барельеф оказался недалеко от входа. И не сомневаюсь, что он скрывает вход в усыпальницу Квенела. Два ключа должны быть скрыты где-то поблизости. Церемониальные копии легендарных Хокина и
Эдужа, излюбленного оружия Квенова. Все же я не рискну двигаться дальше без наемной охраны, подумай только вождь языков Квенов. Возможно, покоится совсем рядом за толщей камня. Легендарный предок, существование которого почти никто не верит, на самом деле ходил по земле. Будь я дважды проклят за собственную глупость, как нелепо был спланирован весь этот поход. Надо было сразу взять с собой наемников. Впрочем, может, это и ни к чему. Самая обычная усыпальница, ничьих следов поблизости не обнаружено. Едва ли мертвецы, упокоенные 1000 лет назад, будут возражать, если я смотрю здесь немного. Осмотрелся. Но... Драугры... Просто если драугры, то я слышал шаг. Найти церемониальное оружие, мне сказали, да, сейчас? Тут, ого, господи, тут столько всего. Вот это место очень напоминает... Вот если сейчас сюда зайду, а сверху там будет решетка. Да, это ловушка. А, нет, смотри, подожди. Какая-то более-менее, на самом деле, интересная и продуманная... Пещерка. Не сказал бы, что мне здесь нравится, но... Более-менее. Это хотя бы не Двеймерские руины. Двеймерские руины я терпеть не могу. Хоть мне уже и надоело, на самом деле, по норским шастать. А, это... Я прислушаюсь, ничего страшного. Да, драугры тут, да. Ты встанешь. Не вставай. Места, в которых драугры просто гуляют, это... Это не самые лучшие места. Сзади... Там скотина просто может встать. Я на него палю. Ничего. С вами мы уже умеем. Очень даже неплохо умеем. Ну, кстати, ну, в принципе, логично. Я не знаю даже, почему я задумался над тем, кто убил этого придурка в начале пещеры. Но здесь есть паутина. Если есть паутина, значит, неподалеку не самый приятный... Да нифига себе тут на самом деле лабиринт. Все настолько запутано, что вместе под названием лабиринт, лабиринтян было попонятнее. Какие же палачи все-таки сильные, а? Ах ты! Ой, ну, хочешь подраться, давай подеремся. Хотя я не очень люблю вступать в бои в норских руинах, потому что все драугры, которые спят поблизости, они сразу же просыпаются. И начинают вот эту вот деятельность свою. Куча ловушек расставлена, естественно. Без этого никуда просто. Этикет булавы. Ну это да, по одноручному оружию. Не знаю, булавой я не пользуюсь. Не то чтобы там... Как-то было мне это интересно. Почему оно... В смысле, почему оно сработало? Это же точно такая же нажимная плита, как и любая другая. Как и любая другая, которые не срабатывают от моего прикосновения, просто потому что прокачано у меня так. Немножко странновато. Так, ну, тут несколько просто входов, поэтому... Я думаю, надо найти один правильный. Я думаю, центральный будет правильный. Ну, это логично. Что-то я тут парюсь, хожу, гуляю, развлекаюсь. В норских руинах очень редко лежит что-то просто так. Ну, то есть, даже если есть какие-то сундуки, что-то подобное, не часто встретишь там прям
какие-нибудь супер... Слушай, он как будто прям... Чувствую, тут два ключа, которые надо будет использовать. Мне их надо будет найти где-то в непонятном каком-то месте. Поэтому мы здесь скорее... Видимо, не на... Так, пойду-ка я, короче, проверю, что там с этой дверью, потому что тут лежит какое-то церемониальное оружие, как я понимаю. Это церемониальное оружие может мне быть очень кстати, потому что я бы на самом деле, ну, не то чтобы прям поменял бы то, что у меня и так уже есть, но вот тут, короче, дверь в Каирн Старейшины, ну, у меня нет нужного предмета, ну, как я и думал, собственно. Значит... Два ключа. Один из них меч, второй какой-то, видимо, древний топор, судя по силуэту. Значит, надо их искать. Вопрос один. Находятся ли эти предметы где-то здесь? Я думаю, что это именно особые предметы, просто потому что, ну, я не знаю, там, любой какой-то случайный древний нордский меч, который можно выбить из абсолютно любого драугра, который тут ходит поблизости... Это так быть просто, ну, не может, да? Я рекомендую вам стоять на месте, потому что вы меня раздражать начинаете очень быстро, между прочим. Кстати, драугры достаточно тупые в плане ловушек. Ну и слепые, к тому же. Потому что один может наступить на вот эту плиту и сразу же умереть. Черт. Убил? Ничего себе, я не думал, что я попаду. Ну, типа, он ушел уже, может, вернулся. Ну да, драугры по своей натуре тупые, поэтому. Особо париться не над чем. Реально, такие отбитые существа. Выживают, грубо говоря, чисто... Ну, то есть, я имею в виду, живут чисто на инстинктах. Что-то в плане там обдумывать, это не про них никогда. А, ты, господи, я думаю, где я это слышу, господи. Странно сейчас так было. Вот, поэтому с ними, конечно, неинтересно, да. Если так сравнивать, то даже какие-нибудь две миры. Ну, просто... Почему? Мне кажется, даже сравнивать на самом деле нельзя две миры и драугров. Просто по той самой причине, что... Ну, две миры, по сути, более продвинутая раса. Драугры — это вообще не раса. Драугры — это мертвые норды. Ну, такие, да? Драугры не могут быть... Я не знаю. Ну, то есть они как бы... Вот это построили древние норды, да, и тут же и остались. То есть драугры — это мертвые люди. Но две миры — это такие отдельные, скажем, существа, которые тоже, да, они имеют право на жизнь. Тут что-то было когда-то. Они имеют право на жизнь, и просто тупо они когда-то создали вот это. А то, что это ловушка, это было понятно сразу. Господи, откуда ты-то вылез? Ничего. А, ты восстал откуда-то? Зашибись. То есть я имею дело с восставшими драуграми, что ли? Древний двуручный. И чё я сюда пришел? Церемониальный меч, здравствуйте. Церемониальный меч вот мне нужен был, как минимум. Вот древний нордский нет, значит, мне нужен церемониальный топор. Нордский хороший древний нордский. Нордский хороший древний нордский меч, ну вы поняли. Так, окей. Могу выдвинуть такое предположение, что топор тоже где-то был когда-то. А! Возможно, даже знаю где. Да. Окей, я по идее всех же здесь убил, да? Значит, рассказываю сейчас историю, как это, скорее всего, работает. Сейчас, во-первых, проверю, работает ли церемониальный меч, да?
Да, отлично. Церемониальный меч есть. И, значит, церемониальный топор, как я понимаю, он, скорее всего... Скорее всего... О! Да, здесь я мог пропустить. Ибо ходил не очень... Не древний, или секира тоже, но именно должна быть церемониальная секира. Обычная никогда не подойдет, но просто здесь был вот. Нет, нордская хорошая древняя секира. Но и не ты, по идее. Там был Драугр палач, да? Боевой топор. Там был палач, вот он. Нет, древний нордский боевой топор. То есть... Стрела валяется. Где-то здесь должна быть секира. Церемониальная. Прям по-любому. Прям вот... вот. А, ну, естественно. Простая логика. Если есть три пути, один из них просто там секретный, чисто сундуком, значит, в одном лежал меч, значит, в другом должна лежать секира, по-любому. Ну, или топор, да, опять-таки. Топор это же, да, получается? И теперь я могу открыть эту таинственную дверь, которая на самом деле не внушает мне абсолютно никакого доверия. Поэтому вести себя надо... Кого-то надо победить. Я вот это издевательство просто полное, серьезно. Квенова, ну, я, наверное, оружие какое-то заполучу. Я думал, что тут крик просто лежит, серьезно. Вот... А, ну крик лежит. Крика есть. В принципе, мои... Нафиг опять яд? Вот я яды все продал, короче, Белитору. Или не Белитору. Короче, кому-то яды все продал. И вот сейчас вот это вот опять начинается. Столько места очистил. Потому что реально яды, ну, как бы... Что я могу с ними сделать? Я могу выпить этот яд, да? Ну, зачем мне пить яд? Хороший вопрос. Ну и вот, типа, сидишь и думаешь, типа, нафига они мне нужны? Типа, я не пользуюсь, например, я там не обмакиваю в них стрелы, там, и так далее. Там сзади какая-то херня, или сверху. Не очень понимаю. Ну вот, Квенел сидит, как я понимаю, и вот у него тут он защитничек есть. И где-то еще один Драугр ходит, не могу понять, где. Это... А, это палач, о, господи. Короче, надо сейчас аккуратно. Аккуратными перемещениями. Добьюсь того, что хочу. Черт. Какими бы тупыми они не были, рано или поздно они догадаются, что все-таки я... А вот Квенел язык. Язык что? Ну, я придурок, я здесь, иди сюда. Хотя нет, на самом деле, не иди сюда. Мне понравилось вот так вот скрытно перемещаться. Я же говорю, драугры тупые. Не, типа... Хотя вот эта мразь сейчас догадается, конечно. Мне кажется, где я? Да, все. Ну и ничего, ничего. Ай! Это Квенел был? Да, умри. Это был Квенел. Так, окей, наносит цели, ну, какой-то, в общем-то, душ, наносит цели 10 единиц урона холодом, такой же урон запас сил, а, нет, церемониальное оружие должно быть другое. А, церемониальное оружие, наверное, было в плане найти, Церемониальное оружие, да, реально, наверное, было найти вот те два церемониальных меч и топор. Правильно я понял? Да, вот это оно было, наверное. Сундук. Так, ночь переходит в Sentinel. Возьмем, почитаем. Две мирские шлемы не нужны. Можно сесть на трон, зачем? Можно взять зелье. Вот там, наверное, ходят драугры, и все-таки место силы — это крик. Что? Странно было. Что
что за крик? Жизнь, шепот ауры. Что, простите? Жизнь, шепот ауры. Ваш голос не крик, но шепот, показывающий вам жизненные токи всех и каждого. Нифига себе. Прикольно. Но не то, чтобы мне это было нужно, на самом деле. В смысле, жизненные токи? В смысле, я увижу... жизнь человека против... Не знаю, в общем. У меня, конечно, есть там лишние души, да? Но я, наверное, там, если уж на то пошло, буду думать и брать, ну, другое что-то. Типа, какой смысл? Малый лабиринт. Здравствуйте. Так, какая-то книга была еще, да? Вот. Тоже. Про оружие. Надо будет... Надо читать книги. Надо вот как-нибудь найти на это время. Просто пока есть более интересные вещи, да, вот рыскать, искать что-то. Так, ну и в принципе, как я понимаю, это все. Место очищено. Больше ничего от меня тут не требуется. А, не, подожди. Ну, я имею в виду, да, мне от меня тут больше точно ничего не требуется, я тут все сделал. Все, что надо, нашел. Ну, собственно, как я и думал, это был крик. Так что все круто. Не то чтобы там драугр какой-то встал, не то чтобы это прям того стоило, потому что криком этим я не уверен, что буду пользоваться. Но это было как минимум интересно. Ну и в принципе, как для, скажем, дракона рожденного, полезно знать разные крики. Просто потому что. Отлично. И даже вот... Ну, вечер уже, правда, да, но... Темнеет, но еще так более-менее нормально. Так, ну все, можно возвращаться, в принципе, пока White Run. То, что там вокруг, у меня уже думать нечем. И все же. Надо сейчас будет сложить книжки. Темно уже. Приветствую, родич. Да, можно будет немного, наверное, отдохнуть и почитать. Почему бы и нет? На самом-то деле. Я думаю, что то, что я сейчас собрал... Это пока что я сложу сюда. В мою... Небольшую, так, дневники я не могу. Вот эти книги, в принципе, можно пока оставить здесь. И сейчас подумаю, что же я такого хочу почитать. Что, значит, у нас есть? Что-нибудь интересное. Арбалет, астрология, эдры до эдра. Ну, не хочу такое большое. Смертная кровь. Свитков войны вор. Врата Обливиана, город камня. Искина, дитя Нибена. Что у меня вообще есть из заданий, из списка заданий? Может быть, я что-нибудь узнаю конкретно о... Не знаю. О месте каком-нибудь... Двеймеры, не, ребята, двеймеры. Это не ко мне. Желтая книга загадок, дух Нирна, руководство. Размышления древних свитков. Да. Почему бы и нет? Почему бы вечером и не почитать?